С самого утра возле магазина на улице Кирова выстраивается очередь. Люди с нетерпением ждут открытия. За считанные дни новая торговая точка обзавелась постоянными покупателями. Хорошо, что его здесь поставили, а то мы живем вот в этом доме. И удобно, и дешевле. Мясо брала хорошее. Пришла за постным маслом, молоко брала. И цены ниже, и вкусные, и девочки очень хорошие, и обслуживают хорошо. Очередь занимают с 8 утра. Сейчас приезжают даже с ХТЗ, приезжают с Холодной горы к нам. Продукция натуральная, выращена на натуральных продуктах. Это первый в Харькове продовольственный магазин, куда продукцию поставляют заключенные. Он создан на базе Дергачевской исправительной колонии. Там находится огромное сельхозпредприятие. 3500 гектар земли, 200 пахотной. Мы занимаемся животноводством, растениеводством, выращиваем крупнорогатый скот, свиноводство, порядка 1000 голов свиней, овцы. В ассортименте магазина говядина, свинина и баранина, а также колбаски из натурального мяса. На прилавках можно увидеть и крупы, овощи, мед и молочную продукцию. Все это изготовляют без химических добавок, уверяет начальник колонии. Мы от знакомых узнали, решили попробовать. Говорят, очень хорошее качество и мяса, и творога, и всех продуктов. Говорят, там помидоры вкусные вроде, молоко вроде хорошее. В Дергачевской исправительной колонии, говорят, хотят, чтобы как можно больше людей питалось экологически чистыми продуктами. Сельхозпредприятие планирует расширять торговую сеть. До конца года пенитенциарий обещает построить еще один магазин возле высоты маршала Конева. Мария Жуйкова, Борис Буцевич, Виталий Осмачко, медиагруппа «Объектив».